Какого года москвич у вас? Да там же 7-й, 82 пробега, второй хозяин. Наши делали для заграницы. Ну как бы, вот бампер, наверное, здесь вот эти вот, смотри. Полтора литровый, да, двигатель? Да, вот эти вот хуйдушки, молнии, вот это вот все вот, более чуть-чуть. Там особо изменений ничего нет. Угу. Вот здесь вот, вот самый этот, основной. А да, выехать можно на свет? Да. Денежки Выкатить немножко. А сам вот. На ходу, да, он все? Вот, видишь, потому что он был... Это родной цвет у него? Да, он был без этой. А, без подкрылок? Без подкрылок был, я его сам поставил. Сейчас заведем, должен завести. Аккумулятор есть, да, у него? Есть, все работает. Только вот, вот. Вот это, третий раз я уже ломаю вот эту пружину. Ага. Я его хотел купить, но его нету, видишь, от багажника. Вот. Понятно. Вот, вот он. Да. Он уже, блядь, у меня третий или четвертый раз ломается. Я его снял, думаю, в городе куплю. Ну, так и. Суперлюкс, да, называется? Вот SL. Суперлюкс. Вы, получается, первый хозяин? Нет, второй хозяин. Второй? Второй хозяин. А чем продаете? Не нужна больше? Ну, как сказать? Другую машину берете? У меня есть, вон стоит. Ага. Как, ну, две машины, сам знаешь, он мне... Ну да, налог платит. Да. Я вот дом строил когда, да, я маленько его, ну как маленько, не носил его, он паркуп есть, этот, ну, песок привезти, там чуть-чуть, там, такие хули у нее. Понятно. В гараже свет есть у вас? Да, есть он. И просто масло, запас был, я вот. А если масло... Масло, она у него, как говорится, ну, ты не водитель сам? Да-да. Вот водитель, вот. Она этот, уже масло не проходит, она... Да. Забивается, вот да? Такая. А что, номеров нет, что ли, у него? Есть. Сняли просто? Нет. Я думал, что...
посмотрим. Оптика горит, все. Фары. Я тебе посмотрел, говорю. Да, я сейчас посмотрю сам. Ага. Да, работает нормально. Фары югославские, да? Аварийка вон тут. Ключ зажигания его, да? Ключ зажигания. Если замка вытащишь, да? Ага. Он что-то немножко глючит. Карбюратор, получается, меняли, да? Да, семерки у меня стоит. Ага. Ну, как якобы экономичнее. Ну, да. Где-то бензонасос тоже не родной. Ну, наверное. От классики. Наверное. Масло, говорите, меняли или нет? Я менял, но если надо будет, я еще раз могу заменить. У меня фильтр даже есть. Вон даже, видишь, даже аккумулятор он горит. Уже подзарядился. Я его частенько... Так... В документах экспорт написан, да? Зачем? Ну, так же все написано. Просто он как на экспорт. А сколько, у него, изготовитель. Сколько у него лошадей? Полтора литровый двигатель? 75. Лошадей 75? Угу. Сайлентблоки. Резина родная, что ли? А нет, не родная. Откуда же родная? Ну, задняя лысенькая. Сколько проехал? Бампера целые уж у него. Да. И все, что? Все родное. Все родное. Вот здесь он, блядь, фара бита. Воробей выебал. Понятно. Ну понял. Ну у меня фара есть. А что у тебя с ключей? Есть у него в багажнике? Кривой ключ есть? Есть, да. Антенна. Это уж так себе. Для красоты. По порогам чего у него? Я его не пользовался. Я говорю, вот этот магнитофон поставил, у меня его, блядь. А свой приемник у него вот такой только маленький. Большой? Нет, маленький наоборот. А гнездо-то я уже вырезал. А-а-а. Она уже не подходит. Вон она, там у нас есть. Закрыто с той стороны. Сейчас. А вы сколько у вас вон? Сам владеете сколько им? Давно в гараже стоит? Ну, как тебе сказать? Вот со дня покупки, вот второй водитель уж я, но я. Сколько владеете долго? Ну сколько? Вот на этой машине 3 года, сколько она у меня стояла. А москвич? А москвич сколько? Ну, лет 7, наверное, есть. Лет 7, да, у вас? Да. Если не больше. Ага. Ну, вот уже 3 года стоит. Понятно. Ничего не подкрученное, ничего сезон подкрученное на месте. А, там еще вот эти херни, закрывалки есть, оказывается, я забыл. Печка, все работает? Все работает. Ну не новый, аварийка. Аварийка. Это внизу, вот эти закрывалки, тоже крышки есть они, mm-hmm. Черные. Вот эту я подрезал, ну и багажник. 87-й год, да? Mm-hmm. Не новую ж. Ну ясно дело, ну карты вроде целые. Вон та сторона, этот, куда-то задевает, но надо ее разбирать. Я это сейчас смотри, эти стекла все это нормально. Вот. Классные закрывашки вот эти. А? Чехлы свои, да, у него? Все свое, вон, видишь, все уже от солнца. А, полопался. От солнца. Все свое по... Так, подожди. Ремни задние свои, да? Подожди, думаю, было или не было. Нет. Вот МАДА СССР написано. А? Это было, что ли, у него? Да, все это... Задняя подсветка. Я уж не помню, был, наверное, уж. Или не было, не помню. Пороги проржавели, конечно. Менял постоянно. Угу. Бархатные чехлы. И менял. А? Чехлы бархатные, говорю. Да, вот своя родная. Вот эта, родная. Я менял 2 раза масло. Хоть и мало ездил. Вот осенью на зиму. Я же зимой ездил. И весной, вот на лето. Но на лето уже.
Здесь вот я этот, я масло в этот заливали порог, порог залил. Это я сам заливал. Чтоб не ржавело. Вот заводской. Видишь, не гнилая же. Вот. Видите, они алюминиевые. Это родной цвет, да? Да, родной цвет. Вот я тебе говорил, вот это. Видно. Вот он, вот. Да, да, ты порошком. Ну, завет. Вот это который порошок. Я его уже легкое, да, вот уже до того дотер уже. Вот. Есть. А это птичка накакала, блядь. Вот его натер. Ну, это закрасить можно просто. До железки. Закрасить. Замкрата нету, замкрат сломался. Ну как от хозяина еще он упал у него было. Вот это у него, конечно, прогулки. Я в октябре покупал постоянно, но надо было пару штук поехать. Ой, вот так сделать. Так, с Москвы один... А, резинки по 300. Приеду, заберу. Ну, вот он. Защиту, получается, вы просто сняли, да? Покрасить? Да, да. Не красить, а просто... Запасная фара? Две. Ну, фара. Это, получается, можно заменить, раз есть. А? Можно заменить, да? Его? Нет, это я так отдам. Ну, запасные рычаги. Вот ремни. А, от этого? Да. Вот эту вот штуку вот, если зимой ездил, вот, да, когда зимой, если ты шофер, зимой же масло же густое, а сразу масло же не попадает туда. Да. Видишь? Шестеро какой износ? Разъело. Износ какой вот. Разъело, да. Да. С работы еду, у меня бензин на исходе был. Ну, думаю, наверное, бензин кончился. Товарищ позвонил, пошел, заправил, толкачом заводил буксиром. Не завелась. Приехал домой, поставил, загнал, брат пришел, разобрали мне, смотрим, оно у меня крутится вовсю. Нифига себе. Ну и шестеренки, все изрослые. Ну, запаска так-то нормальная вроде, запаска нормальная. Так, в комплекте идет радио «Былина» СССР. Так, это антенна. Снял? Хуйня, откуда, как это, не пойму, я это, «Былина». Его, там же чуть-чуть вот эти вот, наверное, можно снять такие. Это расточит? Да. А это черное, вот здесь вот пластмассовое, вот это, закрывашка есть. Ага. Не думаю, что там открыто есть. Весла работают. Весла, говорю, работают. Вот эти все, даже, по-моему, брызгут, все работает. Вот сестители, что... Радиатор родной у него, да, получается? Радиатор родной. Медный. Вот он почему-то холодный вот здесь, вот, или от трубки вот отсюда, вот. Потом она кончается. Ну вот, это открывал, смотрел. Релишки родные сделаны. Релишки родные сделаны.
Вот это вот, оказывается, там бензин тоже кончился, она все продырилась, да. И я на этот, на скорую руку поставил, не отрегулированный. И да, и этот. Чихает. Как его? И расход топлива надо отрегулировать. И свечи надо, и контакт надо, все почистить. Все, и там, знаешь, дальше. Так, это родная книга, да, у меня? Все, да, да. Москвичевская, 21.40. 21.40. Ну-ка. Не, что это? Что это не родное уже? Это не родное. Ну да, жалко, радио нет родного. Нет, да, бабушку. Куда оно умеет? Хорошая книга, значит. АЗЛК, люкс. Неужели не это? Нет, это не это. Там у него... А карбюратор, получается, вы сняли просто... Четыре эти. Ну, сказали, жрет. А, родной жрал, получается? Да, да. 21.40. А я 21... Ай, 21.07. Там, по-моему... Я уж забыл, что-то переделал. Ну, все говорили люди, но... Семерочный лучше. Меньше живет, якобы. Да. А что там у вас еще? А фонари там, да? Ну, вот эти две фары, вот это ремни. Ну, запас. Там? Ну, фару поменять можно. Ну, фару так отдам, заберешь, он поменяешь, если будешь брать. Фару так поменять не можно. Да. Раньше же поворотники здесь крепились? Теперь на экспорте, на бампере. Это все свое родное стоит. Это все свое родное. Это ты путаешь 412. Да, да. Нет, это же экспорт получается. Вон стоит. Да, он стоит. А это не продает, по-моему, вообще, по-моему, не на ходу. Продает он без документов. А, без документов? Ладно, хоть вы не списали. А? Ладно, хоть вы не списали. Ну вот я его за утилизацию цену 70 рублей. Там и дороже бы он с Москвы, но он, блядь, не приезжает и не звонит что-то. Ну да. Мне вот надо было вот скорее гараж освободить, чтобы, блядь. Машину ставить? Ну да. Это там, блядь, родная, да, изоляция? Все родное. А бачок? Все родное. Зеленый? Вот этот минимум. А. И это, может быть, хозяин менял, я не знаю, но при мне уже стоял. Вот этот вот я менял сам. Ага. Это даже, по-моему, не то девяточный, или какой-то вот, вот это не свой, не родной. Вот эту штучку вот зимой, летом переставляет. Неудобно вот так вот, без пружинки. Она все, замок дает, закрывает и все. А фаркопы сами ставили, да? Это я сам ставил, да. Прицеп. Прицепа нету. Да. Прицеп был. Был. Все уже, он уже ушел. Ушел. Челка была, за 5 штук забрали. Понятно. Вот здесь вот. Ну, про ключ я тебе сказал. Вот вытянешь, она бы немножко это там крутит. Вот запасной ключ. Ну, а давайте прокатимся немножко. Вон туда вас ездим. Да нет, туда 200 метров. Ну-ка, заводится она. Глушитель не гонит? Глушитель не гонит. Мост ничего не меняли, это кардан. Ничего не менял. А давайте прокатим. Ну, Руснику же сам знает на москвиче. Он сновья не держит. Если его затянет, он у тебя, блядь, гореть будет. Если тебя отпустит, держать не будет. А прокатим. Получается, 7 лет вы на нем ездили, да? Ну, наверное, я так приблизительно вот эту штучку вот ведь видишь, вот я его зажал, блядь, зажал. Вот. Болтается. Сам знаю, вот. Печка работает? Работает.
100 идет тебе по трассе он? Ты его раскачаешь, земля, он 135 идет, блядь. 135? Да. Ну сам лично вот. ГАЗ-31, блядь, сзади пёр, блядь. Лобовой вот ехал, между прочим, как раз. А, лобовой треснул туда. Сами был что? Стреляли, вон же. А, стреляли. Видишь, холодный. А, ну не провёлся. Поставят того чуть-чуть. Да, греть надо долго. Хорошо идет. Просто мы... Коридоры вон сюда же нет самый. Давай развернем твои лохи. Давай, разверни. Ну, раз ты шофер, ты должен знать, надо все пересмотреть, блядь. Блядь, уже по привычке, блядь. Так, ну, это... На той же, блядь. Запутал. Здорово. Ну, вдвоем сидим, уже запутался. Стреляет? Холодный, холодный. Стреляет. Он еще дымит, блядь, надо просраться ему дать. Ну, блядь, это... Дергает, блядь. Карбюратор что у него там, или холодный? Да. Вот я... Ну, если я его еще заправлю, блядь, прогреть капитально, блядь. Что хотел сказать? Ну-ка, еще один круг сделайте, я чуть сниму, как он со стороны не ведет его. А, сам? Нет, вы сами прокатитесь. Я говорю, вот я с Самарской М5, есть перекресток? Uh-huh. Да? Смотрю, сзади Волга идет, 31-я, uh-huh. Да? Но она тяжелая, и Волга тоже тяжелая, да? Я вот давил, блядь, до перекрестка этого, да, 135. Обогнал Волгу? Один, нет, он за мной гонится. Uh-huh. Ну, я ему как бы не дал обогнать, но уже боязно, уже, блядь. Да. Ну смотри. Да, да. А, стопы нажимали? Нет, ну задняя скорость. А, задняя не горела вроде. Как не горела? Не может быть. Ну ладно. А, горит, горит. Горит? Да. Блять, а где же приемник-то? Посадил. Он Волгу взял, ГАЗ-24 тогда было. Уже от Волги чуть аккумулятор не посадил. Но не заводится. Угу. А и вас... что, причина в чем была? В чем? Трамбуру крышку снял, беленькие тряпочки, контакт протер. Ага. Шерк. Попало это у вас, между контактами. А у вас первая машина или у вас еще Жигули были какие-то первые машины? Не было у меня. Это первая машина? Да, да. Первая, вон, но вторая стоит. Угу. Рычаг. Не, бесполезно ручки. Бесполезно? Он так чихает, интересно, блин. Бик-бик-бик. Вот же из-за этого я тебе сказал. Волги
дворники, дворники работают? Отлично. Бампера даже трещины нету, все свое, родное. Я что хотел сказать. А, в октябрь, где вот, ты, если ты знаешь, металлосбор ездили. Uh-huh. Металло как? Сбор или как называется? Uh-huh. Ну, битые машины берут. Uh-huh. Металлоразбор. Металлоприемка, что? Да, вот это вот. Не утилизации, а просто на металл. Покупает он, да. Что хотел сказать? А, захожу в гараж, такая машина стоит. А документы можно посмотреть, в каком состоянии? Ну, ПТЕшка. Да. Есть, в старом виде она? А? В старом виде. Там. Ну, новый образец или старый? Нет, ну просто бумажка. Бумажка, я вот второй водитель. Такой же москвич стоит. Uh-huh. Вот, говорит, за 70 купил. Да я говорю, сейчас тебе на своем ходу привезу, говорю, возьми, говорю. Ну, мне, говорю, место надо освободить. Uh-huh. Нет, говорит, мне, говорит, одной хватит. Белого цвета. Так, ПТС. 21-40 87 года. Все правильно, да? 30 лет машине. 30 лет. Ну сколько она больше, наверное, стояла. 30 лет машине. Цвет голубой называется, 87 год. М2140. 75 лошадок. Масса тонна 45. Ага, второй владелец. Второй, вон ее дочка. Все правильно тогда. Все. Документы чистые, в порядке. Чистые, в порядке. Я говорю, я хотел, думаю, чтобы налог же надо платить. Uh-huh. Чтобы не платить, я пошел, у меня соседка. Вот это зеркало не было, по-моему. Одна это не родные зеркала? Не родные? Нет, вроде, от девятки вроде. Нет, одна своя. Я одна была. А, подожди, я обе сменял. Там одна была родная, я сменял, с двух сторон поставил. Ну ладно. Вот вся беда. Ремень. Не помню уже, не знаю. Было, наверное. Посмотрим. В этой машине не бывает. Да, пороги поржавели, конечно. Ой, пороги. Крылья. Да, ну не было. И вот это я как купил, я сам там. Ну, уже поздно было. Видишь она, видишь, вот эта штука желтая. Вот, ну, это все как для экспорта. Вот эта ручки не было, она была пластмассовая. Uh-huh. Это вот первый хозяин, вот, ну, ее дочкин муж с алюмешки сделал. И я тебе говорил, вон та сторона плохо открывается. Uh-huh. Не дверь, а этот, стекло. А так снег. Это замазано. Вон, я говорю, вот масло. Здесь масло. Uh-huh. Здесь масло, потом я вот сюда вот взял чулок, блядь, маслом. Ну а что уже сейчас? Поздно. Да, уже все. Шлифовать ну, надо. Ну, в смысле, что дальше? Надо чухать ее. Дальше? Бампера пластиковые, не хромовые. Да. Ну ладно. Барахла здесь вон полно. С чемоданом отдам. А, запчасти? Карбюраторы. Так, им дать. Хороший москвич, конечно. 30 лет, а железо. Я не знаю, вот. Железо целое. Ну, экспорт сделали. Для чего? Ну, покрасивее. Вот, ну, бампера просто. Вот эти вот, видишь, вот фонарь другой. Я тоже хотел посмотреть. Бампер другой. Вот и все. Посмотреть хотел. И внутри вот. Панель. Панель вот более-менее. Вот цвет яркий. И
все здесь. А все, двигатель тот же. И получается экспорт просто. Вот, и вот те на экспорт. Видишь, я понимаю, почему. На экспорт. Вот у нас же делают, вот сделали его, да. А-а-а. Вот видишь, какой щель. А-а-а. Закрывается. Ну только вот я тебе про замок сказал, что зажигание. Сколько просите за него минимально? Торт? Ну. С колесами там. Ну, без колес, без музыки, ну. Ну, 65. 65, да? Все, окончательная цена. Если хочешь, он по 1700 колесо. Понятно. А это уже вот фары, это я тебе скажу. Вот эту решетку вот, может, на всякий случай, не дай бог, где-нибудь тыпнешь, заденешь нечаянно. Вот. Ну ладно, я это специалисту подходил. Я говорю, как, мы его и замазывали, и так делали, да? Угу. Это, говорит, бесполезно, говорит. Чтобы это кончить, надо, говорит, вот так вот. Заскурить? Все, вырезать. Ну, это...